Сотни верующих собрались сегодня на территории небольшого, но по-домашнему уютного храма в Оренбурге – Никольском соборе. Православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Этот праздник всегда радует людей, ведь это один из 12 главных церковных праздников. Благая весть Деве Марии, Архангел Гавриил возвестил о том, что она будет матерью от Святого Духа. Ну и потом этот праздник, видите, прекрасный день, солнечный, яркий. И всегда, наверное, в это время всех какая-то приходит радость. Все ждут благополучия, хорошего настроения. Митрополит Оренбургский и Саракташский Валентин в этот день проводит праздничную литургию. К этому времени в соборе уже собрались сотни горожан. Люби Бога и Отца, и причастие Святого Духа. Будет со всеми вами. По народному обычаю праздник Благовещения считается днем покоя. Говорили, на Благовещении птица гнездо не вьет, девица косы не плетет. В Оренбурге этот день многие горожане проведут в умиротворении и радости. Светлый праздник, который хочется прийти, одухотвориться и побыть в этом святом месте, потому что молитва очень красивая, что бывает такое, что слезы прямо на глазах. Елена Давыдова, Семен Воробьев, новости дня.